Не первый день отсиживаюсь дома, скрываюсь от невзгод и страхов окружающего мира. Кусок мифического голубого неба мне заменяют рыжий потолок и паутина. Я путешествую в кромешной темноте, отстреливаю призраков безоблачного детства, дряблю вены на безжизненной руке, лишь только для того, чтобы хоть как-нибудь согреться. Себе давно не доверяю пройденный этап, способна на неадекватные поступки, могу неделями откапывать во сне недавно захороненные трупы, из них потом стихотворение писать. Ничто другое так не вдохновляет, как извлеченные останки красоты, которые мою поэзию питают. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Приходите на наши концерты.